по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, мне дано послушание окормлять осужденных в следственном изоляторе номер 12 и колонии поселения номер 2. Совсем недавно, может быть, чуть менее полугода, как я принял это послушание и, ознакомливаясь с теми условиями, которые там сегодня существуют, должен говорить о том, что очень много жаждущих людей, которые ищут помощи от Бога, от Церкви и от присутствия духовенства. Долгое время миряне, вот, особенно в лице нашей здесь присутствующей Тамары, рабы Божии, совершали хождение по камерам. Сегодня там восстановилось богослужение в храме, очень уникальном храме, красивом. Каждый месяц мы стараемся проводить там литургию божественную. Вся сегодняшняя тема сводится к тому, что нужно помочь сотрудникам следственного изолятора, осужденных, приводить на службу. Мы в этой области сегодня очень серьезно работаем. Просим и молим Бога, чтобы Господь помог соединить Бога, Его благодать божественную, с душами людскими, которые сегодня нуждаются в этой помощи. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ради этого пришел Христос на землю, ради этого сегодня и Церковь Православная идет в следственный изолятор, и сегодня там совершает свое посильное служение. И мы просим Бога, чтобы Господь вразумил начальствующих, руководителей всех уровней и соединил человеческое и божественное. Аминь.